Не прописано относительно характеристики средств ядерного удара американских агрессивных войск. Затем от командующего стратегическими ракетными войсками генерал-лейтенанта Сухопутного войска Тимирасена он принял рапорт о техническом состоянии наших средств стратегического удара. Ничем пришел к выводу, что наступило время окончательно расстаться с американскими интересами, судя по развитию нынешней ситуации. Он отметил, если американские интересы начнут возрастать угрозу одним принадлежащим колоссальных стратегических вооруженных сил, то сможет беспощадно ударить по базам американских агрессивных войск на самом центре Америки, на островах Лавау и Гуам, считая свои военно-оперативные зоны по американским военным базам Южной Кореи. Ничего, проверил и окончательно санкционировал план стратегических ракетников для нанесения огневого удара. Он отметил. Просто американские интервенции один за другим заслали в Южную Корею стратегические бомбардировки и «Ми-2Н». Лишний раз показывает, что их ответные акты против нашей республики, перешагнув без угрозы и шантажа, приступили к стадию безрассудных практических действий. Тем более, то время и закрытом воздушном пространстве американских стратегических бомбардировщиков типа «Ми-2И». Это вовсе не является их военной демонстрацией в ответ на нашу творковую торговлю. Это наглый ультиматум тех, кто готов любой ценой провоцировать ядерную войну на Корейском полуострове. Следует навсегда поставить то, что к такому времени, когда янки угрожают и шантажируют нас ядерным оружием, наши революционные вооруженные силы будут отвечать на ядерный шантаж агрессора беспощадным ядерным ударом, а на их захватническую войну справедливой тотальной войной под Пусом Ким Чен. Он отдал приказ стратегическим ракетным войскам Народной армии. Войти в полную боеготовность любым временем ударить по американским военным базам Тихоокеанской военно-оперативной зоны, в том числе на самой территории США и на островах Гавайи и Гуам, по американским военным базам Южной Кореи. И поставил окончательную точку под ответный план технической подготовки стратегических ракет. Он далее отметил, что противники, учитывая нашу выдержку, надрываются любой силой провоцировать ядерную войну. Больше нам нельзя терпеть. Моим приказом надо одним ударом до последнего уничтожить врагов и превратить в неприятельское сплошные пепелища, наказал Ким Чен Ын и продолжал. И сейчас войны героической народной армии и лесоров, не сдерживая жгучего гнева безрассудными поджигательскими руками американских захватчиков, вот не дождутся окончательного приказа трикотарки, причем все горы подняться на все противнего с противниками. Наша народная армия не будет сквозь пальцы смотреть на безумные акты американских агрессоров. Она готова сделать из себя себе зависящие защиту судьбы страны и нации. На свете не силы способны идти остановить счастье народа, подмочился за свое справедливое дело. Такова истина, которая сверная история. Если повинить дурной военной кампании американских захватчиков, опять стихнет на этой земле нежеланная война, то сами провокаторы подвергнутся позорному поражению, а великая наша нация встретит силу освобождения Родины, подчеркнул верховный главнокомандующий Ким Чен Ын. Усиливает предвоенные обстановки, когда сегодня народ страны второй стороны на поправленную решительную войну в защиту суверенитета страны и высшего достоинства. 28 марта в Синяне, в доме культуры 25 апреля, состоялся стармейский съезд работников пропаганды. Его работой руководил первый секретарь Трудовой партии Коми, первый председатель Госкомитета обороны Корейской народно-демократической республики и верховный главнокомандующий Корейской народной маршал Ким Чен Ын. В работе света принял участие комиссары его вооруженных сил и корпусов, работники пропаганды сухопутных войск, военно-морских сил, воздушных и противовоздушных войск, различных ракетных войск, все ступени военных школ и военных сетей Корейской народной армии.
8 часов утра. Верховный главнокомандующий корейской народной армии Ким Чен Ын появился в Пекине для того, чтобы руководить работой счета. Все участники слета горячо приветствовали его бурными выражениями на лице. Президенты заняли кстати в руке руководящие работники и образцовые работники пропаганды корейской народной армии. В докладом выступил начальник глав политуправления корейской народной армии вице нашу армию Че Рюнке. Он сказал: в суровой переговорной атмосфере, когда практическими военными действиями продемонстрирована решимость наших революционных вооруженных сил решительно реагировать на грубое посягательство Соединенными Штатами Америки и их приспешниками в вопросах страны и ее суверенитета, идет исторический сервис кислоты работы госпропаганды при непосредственном председательстве уважаемого Ким Чен Ына. Более чем 80-летие славное стоит развитие наших революционных вооруженных сил, которые рассказывают о меркнущих революционных заслугах великих генералистов Сунь-Сена и Сунь Чжэня, которые развили народную армию сильнейшие идеологи военного отряда путем блестящей реализации чеченской миссии военной строительства и военной деятельности. Великий Ким Ир Сен и Ким Чен Ир – основатели и строители наших революционных вооруженных сил. Уважаемый Ким Чен Ын воспринял постижение миссию победное за решение собственного революционного дела и военного строительства. Благодаря ему чеченское дело военного строительства активно осуществляется на новой высокой стадии, подчеркнул докладчик. На случай более чем верховный главнокомандующий корейской народной армии Ким Чен Ын произнес перед участниками слета историческую речь. Он отметил: тогда, когда активно противится генеральное поступательное шествие по отстаиванию безопасности страны и ее суверенитета в Руньон Сен-Мэй, для окончательного рапорта чеченской революции, настоящий всеармейский след работников пропаганды, который имеет весьма важное значение. Суровый период, когда уже безрассудный игрок противника с огнем, равнет одного серьезное положение, когда при опасности вспышки войны в любой момент состоится революционное оперативное заседание, а всеармейский след работников пропаганды и присутствие всех работников пропаганды воинских частей. Это станет яркой демонстрацией неизгибленных убеждений и решимости нашей партии одержать решающую победу в тотальной решительной битве с американскими идеалистами и их приспешниками. В результате народной армии всю идеалистскую работу следует вести по-военному и как на фронте. Все работники пропаганды должны идти в текущую действительность вести идеологическую работу без шаблона и по-военному, как на фронте. На горящей высоте и в окопе войны дали себе клятву преданности и дружно поднялись за решительный бой, подчеркнул Ким Чен Ын свою речь. Он наметил задачи, стоящие за жертвами всей идеологической работы в делах народной армии. Вместе с ее другими ситуациями, Владимир Кусович окончательно завершит конфронтацию с американцами и террористами, продолжающуюся вот уже на протяжении более чем полувека. Полностью аннулировалось отношение о перемирии в Корее и завершить эту войну, а также на пути их выполнения. Отдать приоритет идеологии – это последовательная линия в строительстве революционных вооруженных сил. Оружие – сильнейшее идеологии и убеждение, себя ведет вверх на противниками, подчеркнул Сергей Кулик. И выразил большое желание, что все работники пропаганды и жизни с лестью выполнить свое священное место и задачи будет отношения к жизни, и тем самым обязательно оправдать высокое доверие и надежды партии. Участники всеармейского слета работников приняли письменные клятвы в адрес верховного командующего Максима Полчаковича. Практически военные отношения показывают решительную готовность нашей армии и народа. Заявление верховного главнокомандования Корейской народной армии, презираемое неоднократное предупреждение нашей армии и народа, пришло опасно и в стадию фактической войны вступает ядерная военная кампания Соединенных Штатов Америки против нас.
25 марта, 8 часов утра, на авиабазе Андерсона взрывом внезапно раскатал звено ядерных стратегических бомбардировщиков Ми-52, которое появилось в воздухе над Южной Кореей, и в 11 часов 50 минут каждое демонстративно начало интенсивное учение по практическому ядерному удару по имитационным в глубинном районе Корейской Народно-Демократической Республики. Внесен с этим консервативные средства массовой информации Южной Кореи, огласив процесс операции убийства Усама Бен Ладена, имевший место в 2010 году, и нагло афишировали, что в оперативном плане южнокорейско-американских объединенных сил, разработанном Соединенными Штатами Америки, содержится план уничтожения нашего высшего достоинства за счет смертоносных средств и способов, чем обладают американские захватнические войска и южнокорейская марионеточная армия. Они даже трудили, что якобы в операции по уничтожению высшего руководства Корейской Народно-Демократической Республики нет никакой военно-технической проблемы, и что, дескать, в каждую минуту точно следят за всеми нашими действиями. Пора перейти от пассивной политики в отношении Севера в наступательную, а ранее территорию. И нынешний правитель Южной Кореи, следуя за предателем Ринным Маком, опять беспочвенно связанный с нами инцидент с крушением корвета Чонан, переваливает на нас всю ответственность за инцидент на острове Йонхён. Они даже заявляют, что, мол, в случае повторения аналогичной локальной провокации с мощным ракетным ударом разрушат все бронзовые статуи генералиссимусов Корейской Народно-Демократической Республики. Уже определена очередь разрушения бронзовых статуй на основе конкретного анализа их размеров, величин и зодчевских хвост, твердят эти шальные головы, словно щенки, не боящиеся тигра. Все подобные действия наших противников подтверждают, что антисеверокорейские враждебные акции США, южнокорейских марионеток и всяких приспешников, усугубляющиеся со ссылкой на наш батюшек искусственного спутника Земли и подземное ядерное испытание, выйдя за рамки угрозы и шантажа, перешли в деградативную стадию действий. Серьезное дело в том, что такие неразумные акции приурочиваются по времени тому, что состряпанная США ООНовская революция против КНР в сговоре со всеми неприятностями силами переходит в интенсивные действия. В связи с серьезным развитием нынешней ситуации, верховный главнокомандование Корейской народной армии заявляет всей стране и всему миру окончательное решение нашей армии и народа. Первое. Практическими военными действиями покажем решительную готовность нашей армии и народа защищать суверенитет и высшее достоинство страны. И нашей терпеливости есть предел. Нельзя больше молчать о нем обойти действительно, когда сугубо опирается суверенитет и высшее достоинство страны, и на практические действия переходят ядерные угрозы и шантаж США. Таков извлеченный нами выход. С данного момента по приказу Верховного Главнокомандования Корейской Народной Армии приступит к выявлению готовности номер один все полевые артиллерийские армии, включая и стратегические ракетные войска, и артиллерийские части дальней дистанции, предназначенные уничтожить американские военные базы, транспортированные в Тихоокеанской военно-операционной зоне, в том числе на территории США, острова Гавайи и Гуам, а также все неприятности объекты Южной Кореи и ее окрестностях. Второе. Нынешним южнокорейским правителям, ведущим в ногу с враждебной политикой своего блока в отношении нашей республики, покажем физическими действиями незыблемой воли нашей армии. Если они думают о возможности иметь шанс для возмездного удара по какому-то источнику, каким-то поддерживающим их командующим силам, то это большой неповторимый просчет. Первым нашим сиюминутным ударом все будет превращено в сплошное время. В этом-то они должны себе зарубить на носу. Ни в коем случае не допустить того, чтобы нынешним правителям Южной Кореи продолжались предательские акции ее предшественника, который в кризисе ее межкорейские отношения и за 5 лет преградил путь к мирному процветанию страны нации. Такова неизбежная решимость нашей армии и нашего народа. Третье. Всех прогрессивных людей мира, выступающих против войны и дорожащих миром на земле, призываем как один подняться на борьбу против насильственной политики и производства США. Никогда не может быть правдой и неправдой, на которой настаивает большая страна с большой военной мощью.
и резолюция Совета Безопасности ООН, лишенные справедливости, окажутся неправдой и в конце концов международным преступлением, идущим в разрез с течением нашего времени. Неправда временна, она есть угасающее пламя. Однако правда навеки останется правдой, она никогда не теряет свои силы. Верховное главнокомандование корейской народа призывает всем нашим народам всего мира не повиноваться самовольничанию США и резолюции Совета Безопасности ООН, лишившегося справедливости, и активно присоединиться к борьбе нашей армии и народа в защиту самостоятельности и справедливости. Победа за нашей армией и народом, ставшим в защиту суверенитета, за всеми прогрессивными народами мира, которые любят справедливость и мир. 26 марта 102 года Чуче 2013. Верховное главнокомандование Корейской народной армии. Продолжим передачу новостей. От имени участников Фондации Мира политических партий мира по вопросам строительства нового общества национальный лидер рабочей партии Мексики Альберто Аная Гутеррес прислал на днях письмо в адрес уважаемого Ким Чен Ына. Адресант подчеркивает: Ким Чен Ын, невероятным умом, выдающейся политической способностью и высокими народными моральными качествами, прославляет на весь мир социалистическую и суверенную Корею, переданную в наследство великими Ким Ир Сеном и Ким Чен Ыном. Сегодня прогрессивные народы мира восхищаются тем, что уважаемый маршал Ким Чен Ын постепенно срывает руки империалистических коалиционных сил, изолирует и удушит Корейскую народно-демократическую республику, направляет контровую партию Кореи и корейский народ только по единому пути победы и славы, и тем самым прославляет на высшем уровне достоинство корейской нации и дальше отзывается о Ким Чен Ыне, как о мировой знаменитости. Поразительные события, происходящие сегодня в социалистической Корее, сильно вдохновляют прогрессивные политические партии и народы всего мира, борющиеся против империализма, за самостоятельность и социализм. Мы уверены в том, что трудовая партия Кореи и корейский народ под мудрым руководством Ким Чен Ына добьется переломных успехов в строительстве социалистического могучего государства и в борьбе за объединение страны в знаменательном 2013 году, году 65-летия основания КНДР и 60-летия победы в Отечественной освободительной войне. Желаем Ким Чен Ыну крепкого здоровья и счастья, отмечается в песне. С 21 по 25 марта средства массовой информации разных стран передали весть о революционной деятельности верховного главнокомандующего Корейской народной армии Ким Чен Ына. Газеты, информационные агентства, радио, интернетовские информационные агентства, интернет-сайты России, Китая, США, Японии, Египта и Нигерии передали весть о том, что уважаемый верховный главнокомандующий Ким Чен Ын руководил на месте делами народной армии, инспектировал 55-тысячную войсковую часть Корейской народной армии, осмотрел проход в ресторан Пьонган, строящийся народно-армейцами, инспектировал командование и 2-й батальон 1973-й войсковой части Корейской народной армии, удостоенное звание 7-й полк Оджонхода, командовал учениями по уничтожению объекта с помощью сверхпрочного беспилотного самолета и по уничтожению самоходным зенитным реактивным орудием вражеских крылатых ракет. 20 и 21 марта в Пакистане, Бразилии, Словакии и Болгарии состоялись учредительные собрания подготовительных комитетов по знаменованию Дня Солнца. На них были избраны председатели, их заместители и генеральные секретари новых комитетов. Новые комитеты решили в связи с ознаменательным Днем Солнца организовать разнообразные культурно-политические мероприятия, в том числе и торжественные собрания, фотовыставки и кинопросмотры, где речь обзывается о славной жизни и бессмертных заслугах великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ына. Послушав Дня Солнца, недавно в Гвардейском ботаническом саду прошла церемония передачи бессмертного цветка Ким Чен Ына. В зале мероприятия были выставлены фотоматериалы о бессмертных заслугах великих Ким Ир Сена, Ким Чен Ына и уважаемого Ким Чен Ына. Здесь присутствовали различных кругов деятелей гении.
Специалисты по всей отметили, что за обязанный долг, приняв развитие отношений Грузии с Корейской Народно-Демократической Республикой, будут глубоко изучать великие идеи и ответственно стараться для распространения в Гвинее цветов Тимир-Сенка. На мероприятии сотрудникам ботанического сада были переданы десятки цветов Тимир-Сенка. Отряд экспедиционного похода в курсе тысячелетия учебы, организованного из школьников и школьниц со всех концов республики для ознаменования 90-летия и охота дети генерализмов Тимир-Сен преодолели курсе тысячелетия учебы. 16 марта он был купчен из Тересу Батанский перевал Хапчун Санге Чунчон и Чансан и добрался до Чунчона и оттуда поездом прибыл 28 марта в Пхеньян. Тургин на пути следования от Пхеньянского вокзала до проспекта Пангу и Мангинге жители столицы горячо приветствовали их. Ответ светили секретарь СИК от групповой партии Кореи Чачебу, соответствующие работники и работники Союза молодежи и вместе с ним совершили поход. Добравшись до святыни революции Мангинге, члены экспедиционного походного отряда Мангингецком революционном училище провели собрание 6 прибытия в Мангинге. На нем присутствовали секретарь СИК от групповой партии Кореи Чачебу, соответствующие работники, работники Союза молодежи и члены экспедиционного походного отряда. До начала собрания участники возложили корзину и букеты цветов в бронзовом статуе великих генералистов Тимир Сена и Ким Чен Ира в Тролейском училище Мангинге и спили их память. На собрании Чачебу мои поздравления с этой партии Кореи, важных участников республиканского экспедиционного походного отряда школьников. Затем выступили члены экспедиционного отряда. На собрании было принято письмо в адрес маршала Ким Чен Ина. С 26 по 28 марта в Пхеньяне состоялись республиканские технические курсы по посаду и разведению газона. Тут присутствовали работники, ученые, исследовательские работники отрасли коммунального хозяйства, землеустройства и охраны окружающей среды, руководящие инженерно-технические работники и рабочие отрасли зеленых насаждений города Пхеньян. Сначала застали указания уважаемого Ким Чен Ына о том, что надо сажать и распространять и покров земли, в том числе и лесной породой газон. Затем были лекции по научно-техническим вопросам, стоящим в отборе газонных семян, в их выведении и разведении, а также повышении выживаемости посаженных деревьев. Участники курсов посетили центральные лесопитомник при Министерстве коммунального хозяйства и обменялись опытом. Во всей стране активно идет повышение посадка деревьев. Жители и учащихся города Пхеньян, провинции Южной Фанхи, Северный Пхеньян и других поставили цель посадить весной текущего года десятки миллионов породистых деревьев. Они сажают в поселках, у дорог и вокруг дворах десятки миллионов деревьев, в том числе кедры, лиственницы и другие. 29 марта секретариат комитета по местному объединению Родины распространил сообщение номер 1027. В нем говорится: «Нет, заявление Верховного Главнокомандования Корейской Народной Армии, все воины и весь народ Корейской Народно-Демократической Республики являют твердой решимостью беспощадно наказать провокаторов и добиться окончательной победы в священной войне за отсоединение Родины. Испуганные этим южнокорейские правители относительно наших сверхжестких мер твердят, что, мол, это умышленное сосредоточение, нацеленное на сколачивание социальной системы и распространяет всякие заговорческие случаи, издевающиеся над нашим высшим достоинством. Такова предсмертная агония и просящие из тех, кто замешан непобедимой ночью нашей республики, где все воины и весь народ, единодушно сплотившись вокруг полководца Быховца и Скорпекта, идут по восходящей линии и их незыблемой решимости. Тем, кто посмеет придираться к нашему высшему достоинству и нашей системе, увидит себя легкомысленно, лишат нашей пощады и нашего милосердия. Они, как мы и раньше заявили, станут первым объектом нашей решительной кары.
Сейчас смотри, мы еще раз предупреждаем южнокорейских правителей о том, что наша армия и наш народ принимают готовые внимание то, что всякие интриганские злословия против нашей республики находят поддержку и одобрение со стороны новой хозяйки Шумаде, подчеркивается в сообщениях секретариата комитета по мирному объединению Родиной. Центральное общество корейских граждан в России в своем заявлении от 20 марта выступило против южнокорейских властей, деспотически подавляющих антивоенное и мирное движение прогрессивных сил Южной Кореи. В своей естественной заметке от 23 марта Объединенная прогрессивная партия Южной Кореи заявила свою готовность развертывать антивоенную и мирную деятельность. Она отметила: в самом худшем кризисе после Корейской войны оказался Корейский Союз. Людям от США больше не применять дистанции против северной страны, не оказывать военный нажим на него и немедленно выйти на диалог с северной страной. Чтобы устранить противостояние и военный кризис на Корейском полуострове, будем организовать в стране антивоенную группу за мир, начать практическую борьбу, подчеркнула Объединенная прогрессивная партия Южной Кореи в своей спецрезолюции. На наглый ядерный шантаж Америки мы ответим более мощной военной контрмерой нашего образца. Этот ответ представителя Верховного командования Корейской народной армии на вопрос корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи 22 и 22 марта передавали средства массовой информации России, Вьетнама, Мьянмы, Камбоджи, Ирана, Непала, Индии, Турции, Великобритании, Украины, Словакии, США, Перу, Мексики, Катара и Зимбабве. Интернет-сайты социалистической партии Румынии и коммунистической партии Трудовской Беларуси и международные отчасти восточноевропейских и среднеазиатских обществ по изучению идиючи и сунгунской политики. Между тем, средства массовой информации России 27 марта передавали заявление Министерства иностранных дел КНДР от 26 марта, опубликованное в связи с тем, что антисеверокорейские враждебные акции США наконец дошли до грани ядерной войны. Поддержку ответа представителя Верховного Главнокомандования Корейской Народной Армии и ответа представителя Министерства иностранных дел КНДР от 20 марта общество «Трудящихся Румынии» распространило заявление, а британское общество по изучению сунгунской политики, британский кружок по изучению идиючи и британское отделение общества «Дружбы из Кореи» выступили совместным заявлением. А в полную поддержку правовой борьбы корейского народа за отстаивание суверенитета страны и нации, общество «Болгарская корейская дружба» и «Союз молодых коммунистов Чехословакии» опубликовали заявление. Зампредседателя Бразильской партии «За свободную родину» Лозанита Кампус распространила призывание: не закончилась холодная война против Корейской народно-демократической республики, а представитель японского общества текущих проблем Сибано Садао недавно выставил на сайте комментарий, где разоблачается агрессивный характер и несправедливость американской политики в отношении Корейской народно-демократической республики. Вы слушали новости, читали Чхэ Мён Су и Хан Цин Чжоль. Голос Кореи. Политика на лицо, среди которых следит лишь положить без пошотки. Такова статья комментатора Центрального телеграфного агентства Кореи. Комментатор пишет: связывая даже наши высшие достоинства с вопросом о правах человека, власти Южной Кореи принимают ответственное участие в американской изоляционной кампании против нашей республики. Представитель партии Сенури Фангурио в своем недавнем поздравительном послании в адрес участников пресс-конференции в присутствии какой-то расследовательской комиссии по правам человека заявил, что необходимо уточнить ответственного за попрание прав человека на территории страны лица и наказать его. В частности, бывший замминистра по делам объединения страны Ким Сову, сославшись даже на наши высшие достоинства, с различными нападками обрушился на нас, заявляя, что с опубликованием результата расследования против виновника будут применены санкции международного сообщества. А что касается Фан Урил и Ким Сугу, то в плане подобного
Америке и Атлиде. Ради своего босса они яростно минитовствуют в противостоянии с соотечественниками, не зная даже, когда их застанет смерть. Их шумные высказывания от так называемых правах человека – это не что иное, как обманный трюк завуалировать свои антинародные и предательские акции и физиономию как предателей нации. Наши воины и народ шатко верили, что любой ценой и беспощадно они будут расклонить до последнего тех, кто посмеет посягнуть на наши высшие достоинства, подчеркнул комментатор Центрального телеграфного агентства Кореи. Голос Перемен. Уважаемые радиослушатели, с 31 марта 2013 года передача радиостанции «Голос Кореи» на русском языке из Корейской Народно-Демократической Республики ведется в следующем порядке. На Европу с 0 до часа, с 2 до 3 часов по кинематному времени, на частотах 9425 кГц, 12015 кГц, с 16 до 17 часов, с 17 до 18 часов по кинематному времени, на частотах 13760 кГц, 15245 кГц. 23 до 24 часов по пхеньянскому времени на частотах 9425 кГц, 12015 кГц. На Дальний Восток с 16 до 17 часов, 17 до 18 часов по пхеньянскому времени на частотах 9875 кГц, 11735 кГц. Повторяем. 31 марта 2013 года передача радиостанции «Голос Кореи» на русском языке из Корейской Народно-Демократической Республики ведется в следующем порядке. На Европу с 0 до часа, с 2 до 3 часов по пхеньянскому времени на частотах 9425 кГц, 12015 кГц, с 16 до 17 часов, с 17 до 18 часов по пхеньянскому времени на частотах 13760 кГц, 15245 кГц. С 23 до 24 часов по пхеньянскому времени на частотах 9425 кГц, 12015 кГц. На Дальний Восток с 16 до 17 часов, с 17 до 18 часов по пхеньянскому времени на частотах 9875 кГц, 11735 кГц. Мужской род. Грузия 27, полководство Ким Чен Ына. Oh.
Oh,
слушателям нашей передачи на русском языке из Корейской Народно-Демократической Республики. Наша передача ежедневно ведется в следующем порядке. На Европу с нуля до часа. В 2-3 часа по пьянскому времени на частотах 6170 9325 кГц. 16-17 часов, 17-18 часов по кенианскому времени на частотах 13760, 15245 кГц. С 23 до 24 часов по кенианскому времени на частотах 6170, 9325 кГц. На Дальний Восток, 16-17 часов. 17-18 часов по пенянскому времени на частотах 9975, 11735 кГц. До новой встречи в эфире.